Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему и другие органы. Заболеть им может каждый и даже не заметить этого, поскольку часто он протекает бессимптомно. К сожалению, есть такие формы туберкулеза, которые протекают в достаточно скрытых каких-то формах. Это может быть какая-то постоянная температура, непроходящий кашель, на который не обращают внимания. Это боли грудной клетки, потливость в течение сна. Вот эти симптомы, на которые стоит обратить внимание. Вовремя предотвратить заболевание поможет флюорография. Ее необходимо проходить раз в год, начиная с 15-летнего возраста. В бюджетных лечебных учреждениях флюорография проводится бесплатно. Существенно снизить риск инфицирования туберкулезом поможет прививка БЦЖ. Важно родителю принять правильное решение в отношении именно маленького ребенка и в соответствии с национальным календарем прививок привить ребенка от БЦЖ. Иммунная система здорового человека может успешно справиться с инфекцией. Однако люди с ослабленным иммунитетом, особенно ВИЧ-инфицированные, находятся в зоне повышенного риска. Также рискуют курильщики, так как выкуривание одной сигареты на 45 минут нарушает защитный механизм бронхов и открывает ворота для инфекции.